Вот рыбак Раушина и отель Хартман. А за ним наш отельчик. Планета Янтаря. А здесь торговый центр. Говорят, здесь можно купить, там поесть чего-то. Вот, прямо не отходя от нашей этой площадочки, вот этот торговый центр «Спутник», «Маркет» и «Маркет». В маске заходить надо. Цены с заботой о вас. Прохладно, в жару вот здесь можно просто жить. Как в Таиланде, заходишь в магазин и оживаешь. Так, водка Хаски, это хорошо. 209 рублей. А вот что такое? Пивные напитки или что это? Ну, бананчики 112. Капустка молодая, правда, 89. Нектаринки 279. Помидорки 206. Перчики 416. Есть помидорки и по 119. Так, напоминаю, у нас сегодня 22 июня. Вот такие вот неказистенькие, 142 рубля. Ну, прямого сообщения нету. Да. Коноплянка. Смарт джин. Это коктейльная. Лайм, роуз. Напиток. Ну, коктейльчики такие. Что ты там нашла? Ветчина? Грудинка баварская. 400 грамм. 222 рубля. Ну, нормальная цена, кстати. Да, она очень смотрю. Даже неплохая. Колбаски, нарезки тоже, кстати, хорошие. И уши вон к пиву, смотри, какие хорошие. Селедочка нормальная, Лен. Да. Фрукты, конечно, фрукты, овощи дорогие. Ну, понять их можно. Яйца 42, нормально. Сосиски вот такие красивые, сардельки. Ну, да. Нормальная цена. За килограмм нормально. Так, сыр это сколько грамм? А, понятно, 200 грамм, 109 рублей. Может, он хороший, я такой не пробовал. Сыр богатого. Ну да, цены очень близко. О, хлебушек. У нас все есть, нет хлеба. Так, какой хлеб хороший вот этот. Вот он большой такой. Надо что поменьше. Так вот, цены на напитки, на пиво. Балтика на Балтике 84, а это 54, третья доля. Старопрамин 94. Да. Говорят, Зеленоградск кошачий город, а здесь сколько уже, десяток, наверное, я увидел. Сколько? Метров 120, 100, наверное, прошли от отеля.
И вот такая красота везде, ребята. Ой, сюда надо приезжать. Сюда надо приезжать. Вот в этом здании, в красивом таком, круглосуточный магазинчик «Фрегат», да. Ого, какие тут ребята катаются. Добрый вечер. Мы во «Фрегате». Моя любимая колбаска, только она Нюрнбергская здесь называется. Не, просто говорили, что цены сказали заоблачные цены. Заоблачные цены. Мы из Москвы, я хочу сказать, знаете. Мы тоже проездом были в Москве, я не знаю. Вот знаете, я вот сейчас смотрю. Обалдеть. Хожу, и там вы там разоритесь, там такие цены. Ну, я понимаю, да, если в ресторане... Не, ну рестораны, они и в Москве, наверное. Да, да. Мы не ходим в рестораны. Мы не ходим, мы пенсионеры. Вот так вот взять колбаски, Лен, черешки. Вот ребят сняли фильм, там у них черешня. Ага. Ну, правда, ну, свежая, конечно, такая. 800 рублей 800 на рынке. Рублей здесь у вас на рынке. Ну, на рынках, я могу сказать, у меня в палатке. Уже по 75 здесь арбузы. О! Это где арбузы и где Калининград? Да. И на тебе, нормально. Все, здорово, мы как пишем. Здорово. Сейчас в гостинице, мы в старом докторе. Да, одно здание только, мне в него проходить просто грех, говорю, такое ребята, красивое. Мы столько плохих отзывов смотрели, читали. Вот. Но нам все понравилось. Нам хороший номер, нормально, очень хорошо. Все хорошо, холодильник есть. И где? Вот парк. Парк ваш, аж засвеченный. Так ярко качели стоят. Вот они качели. И никого на качелях нету. Заснять тебе на качелях в парке. Ой, какие вот, здания помнишь, красивые, вот это да? Здание, все ходили, говорили, а что это такое, помнишь? Да. Не, это я знаю, здесь цветочный магазин, вот он. Ну, вечером здесь, конечно, красиво. Вечером здесь обалденно красиво. Мне понравилось. Вот она, водонапорная башня. Всего. А уж на Светлогорска. И тут же парк. Гуляй, не хочу. Это все, ну, 200-250 метров от отеля. Может быть, 300. 250-300 метров. Какие красивые цветут, не гортензии. Совсем даже не гортензии. Но так цветут. Это какое красивое здание. Это вообще. Ну, тут водолечебница и вот она. Водонапорная башня вечером. Она не подсвечивается. Напротив тоже интересное здание. У Лукоморья блинная. Уже не работает, наверное, закрывается. Ну, время 9:30 вечера. А может быть, нет. Половина обслуживается, просто вот эта половинка закрылась. Народ тут гуляет. Это на улицу Ленина на пересечении с Октябрьской вышли. Ну, действительно, курортный город. Люди отдыхают. Фонтан. Молочные коктейли. Едем, соседи села, на дискотеку.
подвале, помещении. Время 10:22:00. Еще до 11:00. До 11:00 работает магазин «Спар» в самом центре Светлогорска. Магазин довольно-таки большой. Вот здесь убрали свои помидоры. Мы со своими помидорами и пошли спариваться. Так, кофе с собственной обжарки. Круассаны, бабушка говорит, круассаны купили. А нету. Все продано. Так, Раф. Готовит американо, капучино, все есть, латте. Лен, это... Вот здесь и пить кофе, Леночка. Сюда идти 10 минут там от отеля. Ну, как я уже говорил, фрукты, овощи здесь дороже. Булочки всякие по 22, по 36. Не вижу. Черненький 34, батончики 39,50. Яйцо столовое, десяток 54. Я там видел по 41. Ну да, цены практически, как и в Москве. Таково сласти мордасти. Так. Потело, да вот и потело, просто так. Так. Ну, соки со скидкой еще вон такие, по 49 рублей, да? Фруктовый сад. Ну, фруктовый сад дороже. Знаете, вот нарезки. Арбуз по 49 лет, 99. Винка желтая. Яблоки хорошие. Цена хорошая. Апельсины. Цена замечательная. Да, консервы. Расценки такие же, как у нас. Есть небольшие отличия на что-то. А так... Никогда не видела фасоль черную. Черную фасоль? Это черная фасоль, это красная фасоль, это белая. Ну, белую, а черную я тоже не видел, Лен, так. Бобы, я знаю, бобы. Может быть, это и есть бобы. Черная. Ну, их бобами могут называть. Мир копчености. Здесь говорят домашнее копчение. Так, пока копчености не вижу, чипсы, курицы, а копчености что-то и не видно, только рыбка. Курочка, 1800 килограмм, окунь морской, 800 рублей килограмм, кальмар. А мне корочки, дайте нам, наверное, штучек. Густированные. Да, можно на пятку. Вот сегодня мы решили попробовать Вилкмергерс Квинтинис. Квинтинис. Вот, прямо за Хартманом. Браво, Италия.
и наш магазин «Молоко». Вкусная и полезная продукция. Работает с 8 до 21. Зайдем. Здесь вон какие большущие Лена. Это то, что мы любим. О, полезного много. Что? Да тут все полезное. Вкусно и полезно. Хорошие цены. На пиво точно хорошие цены. А молоко есть? А, даже молочка есть. Ну все. Больше ничего не надо. Нормальные цены. Я так понял, вот все продуктовые магазины, заходишь, там, допустим, сладости из Европы, там откуда-то. А там то же самое, все подряд, продукты. То есть они выживают. Они выживают. А тут все. Я сам был убежден, что тут ряженки, там варенец, что-то очень вкусное, прибалтийское.